Реализация конвенции об правах инвалидов, проведение уроков добрыни и спаборництва инвалидов Беларуси и Украины. Сегодня у открытой студии радиостанции «Гомель Плюс» обмерковывали пытание интеграции у громадства людей с обмежеванными махчимостями. Зараз у Беларуси проживая каля 20 тысяч колясочников, 3,5 тысячи у Гомельской области. Деятельность створенной ими громадской организации «Инвалиды-спинальники» характеризуется все больше значной активностью. Среди акций, которые проводят Гомельское областное объединение «Уроки добрыни». Люди с обмежеванными махчимостями организуют встречи со студентами высших научных установ, обмерковывают пытание створения безбарьерного осяроддя и относины громадства до инвалидов. А проча того, областная организация мая намер принять удел у работе громадских советов по притягнению инвестиций. Пытание их створения зараз пропрацовывается у Совете министров. Досягаться этой мета будет про притягнение замежных грантов. У якости становчего прикладу можно привести реализуемый зараз проект «Узмацнение международных контактов помеж организациями особ с инвалидностью Украины и Беларуси». В его рамках представники клуба из Гомеля и Житомира проводят совместные спортивные споборництвы. То, что мы летом делали, это сплавы совместные по реке Уборть на Украине. Сейчас в зимний период у нас мы делаем выезды на квадроциклах. То есть вот создаем такие условия для таких людей, вот именно экстремальные, чтобы они почувствовали свои возможности физические.